Друзья, всем привет! Сегодня у меня очередная обработка всей моей коллекции, профилактическая такая, от всех сокососущих насекомых-вредителей. Но прежде чем начать эту обработочку, я хочу ответить на пару вопросов. Прямо вот специально я сделал скриншоты проблем, с которыми люди писали в нашу группу Вархамания ВКонтакте. Прям крик души был. Значит, первый был, я пообещал, что одной из зрительниц, вот Оксане Коневой, точнее участнице группы Вархамания, Оксане Коневой, что сниму видео на эту тему, ну плюс еще заодно отвечу на некоторые вопросы. И вот, значит, Оксана, посмотрите на принтскрин вот здесь вот. Значит, подскажите, пожалуйста, хочу обработать свои орхидеи обероном, но боюсь опрыскивать. Был печальный опыт. Можно ли его использовать поливом? И если да, то как? Заранее благодарю всех откликнувшихся. Ну вот я написал, что я сниму на эту тему видео. И второй, друзья, принтскрин, который был 10 июля, но вот только сегодня я добрался со своей обработкой. Значит, Ольга Присакарь спрашивает такую: зашла в тупик, потому что, обнаружив проблему, обработала обероном с уверенностью, что она решена. Но буквально на следующий же день увидела выступающие капли и поняла, что вредитель остался. Сразу сообщаю, что оберон разводила с фейри, так как измерять pH нечем. Осадка никакого не было. В общем, посоветуйте, октары или чем еще обработать, заранее благодарна. Итак, друзья, я вот сейчас отвечу на эти вопросы, касаемые вообще все, что касается оберона, да, использование его против клещей. В прошлом году я уже рассказывал, что когда заразилась вся моя коллекция и клещами, и трипсами, у меня встал вопрос, как огромную такую коллекцию спасти, да? Ну, к сожалению, попалась орхидея, не одна, купленная в магазине, была цветущая. И вот так вот занес заразу с цветущей орхидеей. Пришлось спасаться. Изучил кучу материалов и, в общем-то, нашел спасение у розоводов, которые используют вот этот вот оберон. И в прошлом году мы первые, друзья, этот препарат применили на орхидеях. Я первый использовал его, применил на орхидеях. И, поверьте, успешно оберон рапит. Именно оберон рапит, потому что просто оберон, у него одно действующее вещество. А оберон рапида два действующих вещества и прекрасно справляется со всеми видами сокососущих, именно сокососущих клещей, и с трипсами в том числе, и с мучнистым червецом. То есть это не только акарицид, это инсектоакарицид, то есть и для клещей, и для других сокососущих насекомых. Он контактно-кишечного действия. Значит, оберон на сегодняшний день рапит. Оберон рапит — это самое вообще в хозяйстве, у цветоводов, везде. Это сейчас не реклама, это констатация факта. Вот у меня осталось чуть-чуть, излишки я продал, а себе оставил буквально, чтобы мне на этот, на следующий год хватило. До 23-го года, потому что у оберон рапида ограниченный срок действия 4 года, но производитель дает еще, если правильно хранился оберон, еще год сверху, то есть 5 лет при хорошем правильном хранении в прохладном месте при определенных температурах, которые написаны вот здесь вот на упаковке. 5 лет, ну 4 точно, может храниться без проблем. Не на солнечных лучах, не при минусовых температурах, не свыше там 30 градусов, то есть вот умеренная температура в темном, таком среднем прохладном месте. Значит, и срок годности.
Оберон Рапид на сегодняшний день самое сильное средство от клещей, друзья. Это вот не только мое, это не я сказал, это все, кто его использует, применяет и подтверждает. У клещей нету ни привыкания к этому средству и не вырабатывается. И это на сегодня самое действительно реально сильное средство. Оно может не помочь лишь только по трем причинам. Первая причина, если неправильно хранился и транспортировался оберон при высокой, низкой температуре или еще что-то, но это и любое другое средство. И фитоверм тоже, если лежал на солнышке, на горячем, то он не поможет, да? Поэтому оберон может, вот если неправильно транспортировался и хранился, это раз. Второй момент, если закончился срок годности у него, это два. Но вот я покупал, друзья, вот его прям запечатанный, ездил на официальному представителю в соседний город. У меня видео выходило, я прям поехал, купил за дорого, да, друзья, он дорогой, литр дорого стоит. Излишки я хотел продать, но потом решил, что все-таки орхидеи для людей важно. Я на этом много не заработаю, богаче не стану. Я просто бесплатно подарил излишки всем желающим, кто записывался в очередь. Ну, кому хватило по списку. Все, вот подарил бесплатно, друзья. И вот третий момент, по какому может не помочь Оберон Рапид, это если его смешать с щелочной водой, жесткой водой. Это вот когда применяют, допустим, вот Оберон Рапид, нужно применять прилипатель. То есть его нужно с прилипателем использовать. Обязательно с прилипателем. Потому что смысл применения Оберон Рапида — это чтобы он максимально большую поверхность растения покрыл. Поверху, снизу, везде. Почему? Потому что он действует не системно и не контактно, то есть 100%, да, он действует, он проникает немножко под поверхность ткани растения, под поверхность. И вот он мелкими такими там емкостями, такими пузыриками под этой поверхностью находится до там, двух месяцев. И когда насекомое, клещ или трипс, или мучнистый червец прокалывает поверхность, чтобы уточнить, где там сок течет, да, он попадает вот в эту ячейку с обероном. Он его раз, и все, и хана ему. Наступает конец. Привыкания никакого нету, ничего нету, насекомое погибает, следов не остается. И вот если оберон мы с этим прилипателем не используем прилипатель, то оберон он по пятнами, ну, не всю поверхность, скажем, обрабатывает, да, то есть, и получаются пробелы. Поэтому нужно добавлять прилипатель. Но в качестве прилипателя часто мы используем различные мыло, да, то есть шампуни, мыло, моющие средства, да, там зеленые мыло. Но, друзья, вот на одном из каналов, не буду я, честно, не помню автора, но она проводила эксперимент по поводу зеленого мыла, всю линейку практически взяла зеленого мыла, который продается в магазине, применяла его с каким-то там средством. Зеленое мыло в большинстве своем, как и дегтярное, обладает щелочным составом, поэтому само по себе оно применение как мыло, да, оно эффективно, но в добавке с такими препаратами, как оберон, оберон в щелочной среде, он выпадает в осадок, он перестает действовать, то есть он разлагается, разрушается, даже может быть и в осадок не выпал, он может разрушиться. И вот здесь важный момент, что нужно именно нейтральное средство, нейтральное. Сейчас, вот, кстати, вот написала про, значит, Ольга написала про ферри. Друзья, раньше продавался ферри прям с нейтральным pH, то есть прям конкретно было указано. Сейчас я последний раз, вот в прошлом году ездил, искал ферри, хотел купить одно, другое, а потом смотрю, друзья, а там у этого ферри они щелочные, то есть соль, ну, жесткая соль, да, то есть оберон в нем не будет работать. Я проводил тесты, действительно не работает. Поэтому искал методом научного тыка и нашел для себя вот Faberlic мыло для кухни. Представляете, с ароматом орхидеи. Вот такой вот нашел. Но еще раз говорю, вот мне попался вот такой с нейтральным. У меня он уже заканчивается. Я уже с ужасом понимаю, думаю, где мне опять искать в магазинах
мыло какое-то в качестве прилипателя, чтобы было с нейтральным именно. Фейри сейчас я не видел, не встречал в продаже, чтобы было с нейтральным. Поэтому это важный момент. Вот три момента, когда Оберон не поможет. И я не зря сказал, что Оберон должен по поверхности, а именно на листья, потому что клещ, сокососущие именно нападают на листья, да, ищут, где вот эти вот находятся сокопролегающие каналы, да. Поэтому использование Оберона в качестве залива корней поливом не получится, друзья, он не будет действовать, потому что он не движется по соку, по растению через сок, он именно проникает под поверхность листьев и тканей и остается под этой поверхностью, защищая такую, делая бронь на растении. Когда протыкают, то есть попадают в этот Оберон, его заглатывают и все, и насекомое погибает. То есть вот это вот самый-самый важный моменты. Это первое. Второе, значит, теперь по капелькам. Очень много и часто, это не касается только и Оберона, но это сейчас насекомых вредителей. Очень часто на растениях, на нижней части образуются капли. Вот здесь вот в полукруге, друзья. Вот в 90% случаев это гутация. Неважно, росинками они, даже могут быть и размазаны еще эти капли. Это в большинстве своем гутация, когда у растения хорошая фотосинтез, и при этом фотосинтезе в определенном промежутке реакции, где вырабатывается излишки сахара, там вот эта вот глюкоза, да, растение начинает выделять излишки через свою поверхность. Вот эти капельки и скапливаются. Что касается, вот на фотографии вы видели вот таких вот прожилок, которые где-то там в комментариях назвали, что эти прожилки — это тоннели от трипсов. Нет. Тоннели от трипсов, они, сейчас я вам покажу, но у меня нету примера, к сожалению, да, сейчас под рукой. Тоннели от трипсов, значит, образуются на новых молоденьких листьях перпендикулярно, не параллельно листу, а перпендикулярно у основания, то есть такими галочками вот здесь вот, раз-раз-раз, либо на основаниях вот здесь вот, на основании, то есть такие вот борозды оставляет. Все параллельные борозды на листьях, которые вот образуются вот так, либо по краям, это отеки в 99%, ну в 90% это отеки. В остальных случаях это могут быть нематоды, но это отдельная песня, это очень редкое явление, поэтому вот то, что я там видел на картинке, это с большей вероятностью именно отеки от, ну скажем, ну не то что неправильного полива, а от... ну, от полива, но этот полив может зависеть от окружающей среды. То есть было слишком жарко, растение чуть-чуть само по себе, окружающая среда с низкой влажностью, потом полили, хорошо залили, да, то есть как обычно, но предыдущие дни были слишком сухие. И, естественно, растение подсохло, все вбирают воду, разрываются ткани от этой воды, потом опять растение подсушивается и остаются такие вот следы, как, знаете, от растяжки, от, ну, даже вот у людей у нас, да, это точно то же самое можно замечать, вот у меня там где-нибудь там на боках, да, там похудел, растолстел, потом опять начинает худеть, и такие растяжки получаются жировые. Ну, вы поняли, о чем я имею. Вот тоже примерно самое и на орхидеях происходит при слишком большем потреблении воды, и в том числе удобрений, да, азота, и потом при меньшем. Вот, вот такие вот дела. И не всегда, еще раз говорю, наличие капель на низу, снизу на листьях говорит о том, что это... это вот именно эти, скажите мне, клещи. Что это именно клещи? Клещи очень часто оставляют разъеденные листья по поверхности, по низу, не только вот здесь. Но пятна должны быть хаотичные. Они не селятся вот именно вот в этом ободке. Они хаотично распределяются по листьям. Что сверху, что снизу, что на основании.
Вот что я хотел, друзья, пояснить про клещей и про Оберон. Теперь, что касается его применения, да, моего применения. Сейчас я хочу обработать свою коллекцию. Надеюсь, ответил на вопросы, друзья. Еще раз хочу сказать, что Оберон на сегодняшний день это самое сильное средство от клещей. То есть фитовер, если Оберон не помог, вот, а он не может не помочь, да, то фитоверм точно не поможет. Вот, Оберон может не помочь только вот по трем причинам. Либо щелочную воду, прилипатель использовали, воду или прилипатель, да, щелочную. Вот, либо он неправильно хранился или срок годности закончился. Поэтому здесь тоже важный момент, покупать Оберон у продавцов на разлив в тюбиках, лучше, знаете, у проверенных продавцов, а не у неизвестных в интернете, которые, ну, потом с них ничего не спросишь, а быть уверенным, что он хранился хорошо, он понимает, что он продает. Поэтому Оберон, друзья, это очень хорошее средство. Вот сегодня этим Обероном я и хочу второй раз за сезон обработать всю свою коллекцию, ну и заодно обработать наши азиатские орхидеи, которые находятся у меня, которые с Украины, вот эти, которые мы обрабатывали от профилактику делали октары, ну заодно я их тоже хочу обработать. Так, теперь я как буду готовить Оберон, значит, у меня буду использовать опрыскиватель, у меня сегодня буду вот этот садовый опрыскиватель, именно его, почему, потому что у него на наконечник у него вот такой вот, ну, видите, он это шевелится, раз, да, его можно как хочешь согнуть, подогнуть, но до этого я показывал вам вот этим аппаратом припользовался, но у него, видите, жесткий наконечник и не подлезешь на полки. Сегодня я хочу, не трогая орхидеи, потому что много цветущих, залазить на полочки вниз везде и обрабатывать сверху, снизу опрыскивать вот оберончиком, друзья. Значит, по поводу, еще раз напомню, что аналог оберона это биокил, да, но в обероне, друзья, здесь два действующих вещества. Одно, сейчас я скажу, друзья, сейчас скажу. Значит, биокил здесь, в обероне. Значит, абамектин и спиромизифен, два действующих вещества, а здесь просто абамектин, то есть здесь просто абамектин, действует он, ну вот он пишет, что от клещей, друзья, но, ну, паутинный клещ, но в большей степени, конечно, он инсектицид от трипсов, потому что он и написано, что он инсектицид для борьбы с грызущими, сокосносущими насекомыми вредителями. То есть, наверное, для клещей он, ну, я думаю, что ну, не хуже, чем фитоверм будет справляться. Не хуже, чем фитоверм. Но, наверное, все-таки не одну обработочку надо будет биокилом сделать. Я думаю, что, хоть и здесь пишут, я сейчас скажу, посмотрю. Да, три обработки. Кратность обработки три раза от паутинного клеща. Вот, три раза. Вот биокилом. В нем содержится вот одно из двух средств. Поэтому Оберон на сегодня, он самый такой. И еще пока не придумали круче препарата для такого широкого массового применения. Ну, если его применяют розоводы и в сельском хозяйстве применяют, то на орхидеях он тем более поможет. Так, ну что, на литр воды, литр я уже сюда один налил, мне 2 литра понадобится, чтобы всю коллекцию обработать, 2 литра. Мне понадобится на 1 литр 0,8 миллилитра Оберона. То есть я возьму полтора, чуть больше. Так, наливаю я сюда себе. Вот. Будут излишки, я обработаю излишками свои розы. У меня розы. Так, набираю. Чуть больше 1,5 миллилитров. Ну, там, знаете, чуть больше, чуть меньше. Ничего плохого. Так, выливаю. Я специально вам показываю, потому что сейчас буду добавлять мыло,
такой, знаете, Оберон, он в виде субсензии и характерным таким, знаете, раздражающим запахом обладает. Так, размешали. И вот теперь я добавляю мыло. Я сейчас и этот приготовлю рабочий раствор и добавлю его, значит, в этот. Применяет, использует, точнее, применяет, готовит и использует Оберон, друзья, в хорошо проветриваемых помещениях. Но в момент обработки, ну, чтобы не было ни сквозняков, ни ветра, чтобы не было прямых солнечных лучей, вот обработать все растения, помещение я закрою, на 3 часа сюда заходить не буду, через 3 часа я сюда зайду, открою окошко, включу вентилятор и еще там полчаса, там час у меня будет проветриваться это все, и сигналом к тому, что все хорошо, это будет то, что наличие сухих листьев, то есть весь Оберон, точнее весь раствор высохнет. Капли все, все-все-все высохнет. Вот как только высохло, значит все, можно уже в помещении проветривать и его использовать. Так, ну на 2 литра, я думаю, что 2 столовых ложки, 2 столовых или там 3 чайных ложки этого мыла хватит. Вот уже в принципе все, уже как бы, к сожалению, у меня уже заканчивается мыло, надо где-то искать. Вот я его разлил, залил точнее, теперь размешиваю. Вот, сейчас он со дна подымется. И вот если это мыло щелочное, то есть плохое, то Оберон, он, знаете, в осадок сядет, сляжет. Вот именно так сам производитель, вот я с официальными производителями общался, вот они именно так предлагают проверять. Даже на официальном, по-моему, сайте у производителя это написано. Вот тщательно мыло я размешал. Главное, чтобы оно именно не капельками не собиралось на поверхности. Я думаю, что можете протестировать на небольшом количестве. Так, ну все. Теперь я это все дело выливаю в свой опрыскиватель. Вот он. Аккуратненько. Видите, осадка нигде ничего нет. Все вылилось. Хорошо. Пахнет мылом. До этого пахло только Обероном. У него такой специфический, немножко раздражающий слизистую оборочку. Поэтому особо, ну скажем, чувствительным, ну конечно, перчатки одевайте, там респиратор как минимум, да? Ну и все, я сейчас накачаю на полу и вам покажу, как я опрыскаю. Для примера вот эти орхидеи. Ну и, соответственно, потом всю коллекцию. Вот так накачиваем. С таким носиком удобно. Можно подлазить везде, друзья. Везде. Так, ну что, сперва тестирую. О, хорошо прям. Ну вот, видите, на стакане использовал, он не стекает он. Видите, капельками не собирается, а такой пленкой. Ну и все, и теперь я... Теперь все это дело, друзья, опрыскиваю. Видите, удобно таким опрыскивателем подлазить везде. С нижней стороны. Я, по-моему, даже камеру попал, да? Вот. В общем, вот так, друзья. Все, да, попал на камеру. Ну, ничего не страшно. В общем, понятно, да? Итак, вот я сейчас всю свою коллекцию, не двигая, не шевеля их, все обрабатываю.